Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Даям Гопи Джано Самаюктам Винда Ванаманухарам Ванча Калпатару Вашаки Пасинду Бевача Хатитанам Павани Павашна Вибхьо Намо Намаха Мукантароти Вача Лангпангум Лангхайта Гирим Ятки Патам Хангаванди Парамананда Мадва Бриндави Тулсидев Вайпиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сарасвати Вясам Тато Джайо Дире Санкиртане Кришна Катха Упадеша Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамодакша Джагод Гарана Дхайям Сада Паривабагнам Авишта Духам Тетас Падам Сива Виранчанатам Сарана Бхитатихам Панатапал Бхабад Дипутам Банде Махапурушате Чарана Рапиннам Ятпада Паллава Накачанна Уничатай Биспуриджита Кемапигава Душу Адарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сара Адхика Майкада Кипам Каруш Си Кришна Чайтанна Прахунитанам Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Си Кришна Чайтанна Прахунитанам Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртанай Кавитару Камалая Такшо Вишамбару Диджавару Джугадхару Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тава Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджусва Бадане Лакшми Риджасва Чавакшаси Ясьясте Хидая Самбир
Vam Nishingamaham Bhaji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Maho Sevadar, Maho Vimukte, Stamo Daram, Jashitam Sangi Sangyam. Mahat Sevadar Mahum Vimukte Stamo Daram Jashitam Sangi Sangyam Mahantaste Samachitaha Prasanya Viman Naboji Viman Nabosuhi Dosada Boje Mahat Sevadar Mahum Vimukte Stamodaram jashitam sangi sangyam. Mahantvaste mahattamaste samachitta prashanta vimannabaha suhidva sadhavoje. Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahamsa Jagadguru told to do Guru Seva and to engage Gurudev in our seva is not said. Гурджи Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что совершать Гуру Севу и занимать Гурудеву в служении себе — это разные вещи. И вот Шила Прабхупад сказал, служить Гуру Парамхамса, Гуру Вайшнавам, и принимать служение от них — это разные вещи. Хотя внешне может выглядеть похоже. И Шрила Прабхупад хотел сказать, когда наше желание нашего сердца и приходит в гармонию с желанием сердца Гуру Вайшнавов полностью, когда наше сердце, я имею в виду мое сердце, оно находится в гармонии с желанием сердца моего Гуру Падмы полностью, Шрила Прабхупад говорил такое слово, Давиталт. Давитель, значит, подобно. В стеклянной банке крышки, которая подходит к этой банке, герметично закрывают эту банку, вот такое явление. Давитель. То есть нечто идеально подходящее. И вот Шрила Прабхупад говорил, когда ученик находится в полной гармонии с Гуру Падмой, тогда и только тогда вся сила Гуру Падмы может войти в сердце такого ученика, и тогда ученик он обретет полную милость Гурудева, когда наше сердце и сердце Гуру Вайшнавов оно будет в полной гармонии, то в этом случае это будет возможно. Иначе мы можем думать, что Гурудев очень доволен нашим служением. Иногда мы думаем, что мы совершаем какое-то служение, и Гурудев доволен им. Но мы не думаем о том, каково желание Гуру Падмы. И в этом главная проблема. Мы что многие не интересуются, каково желание Гуру Падмы. Кто-то думает, что он что-то делает, и Гурудев будет автоматически доволен этим. Или люди думают, делая что-то, что Гурудев
доволен этим, но делает то, что не просил Гурудев, это такое. Ну, такое, что мы привыкли делать, что делали, и думаем, что это нашему Гурудеву или какому-то Вайшнаву поможет. Но люди думают, что как бы хорошо, вроде они что-то делают, но не интересуются и не спрашивают, нужно ли это Гурудеву или Вайшнаву вообще. А кто такие подлинные ученики? Подлинный ученик тот, кто полностью посвятил себя. Те, кто готовы посвятить себя лотосным стопам Гуру Падме, и ничего не, они не оставляют ради себя. Ради, у них есть огромная сильная вера, непоколебимая вера, что если они совершают Гуру Севу, то все, все другое автоматически придет. Им не нужно что-то оставлять для себя, поскольку, совершая Гуру Севу, все нужное автоматически приходит к ним в жизни. И вот когда ученик полностью находится в гармонии, то в этом случае он может понять и осознать сердце Гуру Падме, я имею в виду, не спрашивая. Он может понять сердце Гуру Падме и в соответствии с этим пытается что-то сделать для Гурудева. Какие-то желания, какие-то преданные могут исполнять желания Гуру Падме в соответствии с его наставлениями. Кто-то даже не делает этого или не может. Какие-то другие преданные можно найти, не спрашивая, могут понять сердце Гуру Падме, и это лучшее служение. Когда они делают что-то Гурудева, делают, что хочет Гурудев, не спрашивая его об этом. Какие-то преданные домохозяева или отреченные, не столь важно. Какие-то преданные, они приходят и деньги дают Шриле Прабхупаде, вот возьмите. И вот я хочу, чтобы вы какой-то пир организовали на эти деньги. И вот говорят, что хотят, чтобы на эти деньги Шрила Прабхупада или кто-то организовал какой-то пир на эти деньги. Шрила Прабхупада сказал, забирайте ваши деньги. Я не могу взять. Почему? Почему? Я не могу убрать ваши деньги, забирайте их. Не знаю, почему же так? Кто такой гуру? Вы гуру. И суть в том, что хотел сказать Шрила Прабхупада, то, что ваша ответственность, она если вы верите Гурудеву, что Гурудев может сделать так, чтобы вы получили наибольшее количество абсолютного блага, то вам не нужно советовать Гурудеву, как ему распоряжаться теми деньгами, которые вы ему дали. Как мы можем советовать Гурудеву что-то делать, если мы что-то приносим, то это его дело, как занять это в служении Гурудев, он не глупец. А когда все наше хорошее или плохое, все наше, мы полностью зависим от Гурудева, то почему мы зависим, пытаемся зависеть от себя?
думаю, что мы можем посоветовать Гурудеву лучше, чем он может сделать. И вот я много раз говорил, все, что нам приходит в нас, все мы должны использовать в служении, мы должны это направить через один канал. Иначе все раз какой-то безалаберность какая-то возникнет, мисс-менеджмент. И вот мы должны все направить в одно направление, в одном направлении. И Шрила Прабхупад много раз говорил то, что мы всегда верим в Экаян Панту. Мы всегда верим в Экаян Панту. А деньги очень опасны. That's why everybody know how I'm maintaining account. Whatever amount for seva, all kusala, okay, that's one. But whatever, because that was my responsibility. But here, all, everything I'm in charge. Mistakenly, I have not done purposely. Mistakenly, 10 rupees I'm going to enjoy. Mistakenly, I've done not purposely. I forget. That this amount coming from Popa, use it for this. Big danger. That's why it is good. Don't try to make any decision yourself. Но суть в том, что мы не должны пытаться принимать какие-то решения сами, важные решения спрашивать Гурудева или Шрилу Прабхупаду. То, что делать, если какие-то деньги приходят, которые мы даем Гуру Вайшнавам, мы не должны также пытаться посоветовать, что с этим делать. И вот обычные люди, их разум, не может достичь таких высот. Я говорю о тонкой седанте. Обычные люди не могут его понять, не смогут ее понять. И вот, что я хочу сказать, далеко не каждый сможет понять о тех высотах, о которых я говорю. И вот под именем голоса кто-то совершает, кто-то принимает служение от Гуру Вайшнава, хотя думает, что служит им, или просто делает так, знаючи, осознанно, и поэтому это преграда на пути нашего прогресса, на пути Баджана. Шрила Джаганнатдас Бабаджи Махарадж сказал, то, что те, кто посторонние люди, они могут обрести какое-то благо, но те, кто специально делает что-то неправильно, они не смогут обрести никакого блага. Анья-Абхилаш может прийти в нашу жизнь в форме Гуру Севы. Или в форме пунктуальности, или в форме честности. Но Гуру Сева — это нечто тонкое, что
нужно объяснить вам это вопрос осознания. Любое количество философии недостаточно. Любое количество философии – это недостаточно, чтобы дать вам понять, поскольку мы должны осознать сами. С помощью силы нашего баджана, искренности. Иначе мы, может быть, можем быть очень разумно, образованно, но все же мы не сможем понять сердце Гуру Падпадме. Это невозможно. Однажды Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж и Госвами Махарадж Субани пришли к Шриле Прабхупаде и сказали: «О, Прабхупад, с сегодняшнего дня мы не можем собирать деньги или еще что-то, если вы...» возьмете сами, то сможем. И почему? Потому что то, что мы собираем, мы видим, это неправильно используется. Шрила Прабхупад понял, что случилось. И он сказал: это не ваше, не беспокойтесь об этом. Я здесь. Думаете ли вы, я не знаю об этом? Думаете ли вы, что я слеп и не могу видеть то, что происходит? Почему вы говорите так? Это не ваше дело. Вам дано это служение, совершайте его, и потом я подумаю, что делать дальше, что здесь происходит, я знаю, но это уже не ваше дело. Вам не следует беспокоиться об этом, Шрила Прабхупад сказал. Да, кто-то там манипуляцией занимается, что-то налево уходит, но вам-то какое дело? Если кто-то что-то делает неправильно, то почему вы теряете свой баджан? Какое вам до этого дело? Посмотрите на меня. Что делать, как делать, как проповедовать, как благословлять кого-то, как учить кого-то, я знаю. И поэтому вы не беспокойтесь. Почему вы так беспокоитесь об этом? Иногда Шрила Прабхупад пытался, как-то шутил так, чтобы одурачить публику. Он какие-то деньги давал севаку, сказал: бери себе, у меня нет места, где хранить деньги, лишнее вот забирай себе. И Шрила Прабхупад знал, что вот такие люди, ну, кому он давал деньги, они имеют какое-то влечение к деньгам, какую-то привязанность. И сказал: как понадобится, я спрошу назад. И таким образом кто-то, кто стремился к пратиште, к славе, Шрила Прабхупад давал ему достаточно славы, называл его такими словами, что великий проповедник и так далее, чтобы одурачить их. И в тот день я говорил: Гуру Вайшнава оставляет за собой право наказать нас или благословить. Крипа, значит, что такое крипа? Какую милость мы обретаем? Крипа, значит, мы можем стать самосознавшим себя душой. Крипа, милость, не значит, что мы стремимся к пратиште и
мы обретаем эту дешевую славу. И вот много знаменитых людей приходило к Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру. Важные люди в обществе, какие-то профессора и прочие, занимающиеся какие-то значимые положения в обществе. И Шрила Бхактивинода Тхакура, он выражал им почтение внешне. Иногда даже спрашивал прочесть что-то из Гиты. Когда Шрила Прабхупада ушел из этого мира, вот этот человек пришел к Бимала Прасаду и сказал: «Твой отец Бхактивинода Тхакура». Шрила Прабхупад, он насторожился сразу, когда какой-то глупец говорил, что ваш отец Бхактивинода Тхакура очень уважал меня. И вот я говорил, что он слушал Гиту от меня. И Шрила Прабхупад сказал, что вы никогда не видели Бхактивинода Тхакура в своей жизни. Как не видел, часто приходил, встречался с ним, Гиту ему читал, а вы говорите нет. Шрила Прабхупад говорит, я более чем уверен, вы никогда в жизни не видели Шрилу Бхактивинода Тхакура. Этот человек разгневался, что ты несешь. Я же говорю, я тут приходил, встречался с ним, Гиту читал, а вы говорите, никогда не видел. В общем, так разгневался и ушел. И тогда Шрила Прабхупад Бимала Прасад сказал, он не мог понять, что я имел в виду. Этот человек внешне образованный, кто очень горд своим положением. Но он не понял, что я имел в виду. Я хотел сказать то, что Шрила Бхактивинода Тхакура, он не объект нашего даршана. Шрила Бхактивинода Тхакура — это не объект нашего даршана. Гуранга Махапрабху Дамешва Горнита — это не объект нашего даршана. Шрада Говинда Гуру Хари — это не объект нашего даршана. И также Гуру Вишнава, с другой стороны, Гуру Вишнава не могут видеть нас, они могут посмотреть на нас и понять чистоту нашего сердца или осквернение. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж иногда внешне выражал гнев. Кто-то говорит, что Шридхар Махарадж был очень мягок, вежлив, а Кешава Госвами Махарадж очень груб. И вот дает какие-то такие замечания, качества, которые мы можем найти в Гуру Вайшнавах. Они подобны нашим, желаниям. Мы хотим видеть какие-то качества, мягкость в Гуру Вайшнавах, вежливость. Мы хотим видеть какое-то смирение внешнее. Какую-то милость. Мы хотим, заинтересованы в том, чтобы видеть такие качества Гуру Вайшнавах, но когда Гуру Вайшнавы ругаются, гневаются, выгоняют нас, мы думаем, что они гневаются, какие же они Вайшнавы, никакого тринадапи у них нет. И это таков наш даршан. Этим даршаном мы можем видеть только испражнения и внешние телесные оболочки людей и прочих живых существ. Обусловленные души всегда желают найти какие-то качества в Гуру Вайшнавах, которые они ожидают.
Если вы делаете какие-то замечания, что Шанта Госвами Махарадж очень гневен, никакого тринадапи у него нету, то это оскорбление с вашей стороны и станет причиной вашего падения. Мы можем видеть или не можем. Это зависит от наших предыдущих самскар. Гуру Вайшнава имеет все качества, не то что сила Кешава Госвами Махарадж, это тринадапи. То есть некоторые считают, что качества, которые им нравятся, не вайшнавские, а которые не нравятся, не вайшнавские. Но это из-за того, что люди слепые не могут видеть, что и что. Очень странно. Наш даршан очень стран. И поэтому мы не можем прогрессировать в нашей жизни. Наш даршан очень странный, скверный. И поэтому мы не можем прогрессировать в нашем баджане. Но мы можем прогрессировать в нашем баджане, если мы сможем понять сердце гуру вайшнавов и прийти с ними в гармонию. Но для обусловленных душ это очень просто. Я не могу сказать, что это невозможно. Это сложно. Но у меня нет права говорить, что это невозможно. Это возможно, если невозможно, то как мы можем достичь? Может, для нас невозможно, но для кого-то возможно. Я не могу сказать, что это невозможно. И вот под именем Гуру Сева мы хотим использовать наши собственные мозги. Но ученик, подлинный ученик, у кого есть подлинная преданность, его голос, его действия, все остальное, все отлично. Даже голос, все действия, они отличны. И вот какой-то пример мы можем видеть, как Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж, они очень редки. Обусловленные души, они пытаются придать значение своим собственным чувствам и под именем Гуру Сева. Они делают какие-то вещи, которые считают нужным. Это очень опасно. И вот это очень практично. Если вы можете следовать Экхаян Падьяти, и вот сегодня день явления Шри Вакрешвара Пандита, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, вечный спутник Гуранги Махапрабху и в то же самое время вечный спутник Рада Говинды. Почему так? Это возможно. Это особая возможность, что Гауди, они имеют такое двойное благо. Те, кто по-настоящему Гауди, они имеют двойное благо. Первое.
они могут обрести шанс служить Гуранге. И в то же самое время они могут получить шанс служить Радха Говинде. Как в случае Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада в этом теле. Внешне мы видим, что он Шрила Прабхупад. И вот он мог служил Гуранге, спутнику Гуранге Махапрабху Шрили Бхактивинода Тхакуру. Но также он служил Радха Говинде. И в то же самое время не... И это особая возможность, которую могут обрести Гауди. И какова она? То, что можно обрести два служения Гуранге Махапрабху и в то же самое время служить Божественной Чите Радха Говинде, которая непостижима для нас. Не все могут об этом даже подумать или представить, но нужно повторять Харинам, и постепенно мы осознаем, я обещаю вам. Рупа Госвами Пад служит Гуранге Махапрабху в этом теле. И в то же самое время в форме Рупа Манджари он служит Божественной Чите Шрилы Бхактивинода Тхакура. Он Сачитананда Шрилы Бхактивинода Тхакура, в то же самое время он служит Радха Говинде в форме Камала Манджари под руководством Лалиты Сакхи. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет в киртанах: бестолковая служанка Лалиты Сакхи Винода Даричипа. И вот это особая возможность, что вы можете получить, имею в виду Гауди, они могут обрести шанс, оба шанса служить Гуранге Махапрабху. Вишванатха Чакраварти указывает на это. Те, кто служит Радха Говинде под руководством Аштакаля Лила Гуранге, они достигают успеха. Bhakesha Pandit is the eternal Parsad of Gauranga. At the same time, he is also serving Radha Govinda. И вот он служит также Радха Говинде в форме Тунгавиде Сакхи. И вот этот Бхакеша Пандит, если вы знаете его служение, вы будете удивлены, даже во сне не можете представить. Он родился в Гуптипаре, где Багнапара, это предыдущая станция Калны. Но по железной дороге, если в Калну ехать, и вот там Кална, и перед станцией перед Калной Багнапара. Я говорила, там, где Джахнава Такурани родилась, Шипат. И одна станция после Калны Багнапара. Гуптипара, точнее. И вот там он родился. Но после этого
он находился с Гуранга Махапрабху в Навадвипдхаме. Гуранга Лила, Кришор Пандит, он жил, танцевал здесь, совершал киртаны. Когда Гуранга Махапрабху принял саньясу и отправился в Пури, в Нилачалдаму, Вакришар Пандит тоже последовал за ним. И вот он находился здесь, также совершал киртаны, я уже говорил в тот день Мукунда Датта. И вот это главные певцы. Можно вспомнить, когда Гуранга Махапрабху отправился в Рамкелиграм. Рамкели Виллидж, Санатан Гасай, где жил. В западном Бенгале, в северном Бенгале. И Вакришар Пандит тоже пошел за ними. Он тоже был там. Он был великим преданным. Кто мог танцевать долго, 72 часа, например, без перерыва? Как это возможно? И вот Гуранга Махапрабху был очень доволен Мукундой, Вакришар Пандитом. Он был очень доволен. Однажды Махапрабху сказал: он сказал, что ты подобен моему крылу. Если было бы таких два, как ты, я бы мог бы летать. И вот перед Вакришаром, вот он сказал: Махапрабху был очень доволен им, поскольку он совершал санкиртан, мог непрерывно 72 часа петь и танцевать. Для нас это невозможно представить. И вот наш Сиддханта в том, я имею в виду, мы должны помнить, что я и вот я хотел объяснить то, что Махатсева великий, воздушный, преданный Парамхамса. Если мы служим им, мы можем достичь результата. Но если мы совершим какую-то И вот, в общем, Джошит — это не только стремление к женщинам, а более полное объяснение стремления к тому, что привлекает нас, то есть стремление к наслаждению. И вот Вакришар Пандит совершил оскорбление в адрес лотосных стоп Шивас Пандита. И это было перед тем, как Гуранга Махапрабху явился. И в то время это случилось.
А, точнее. А, вот Шринивас Ачарья отправился слушать Бхагавад-катху. Кришна Пандит читал Бхагаватам, и когда Шринивас Пандит начал кататься в экстазе, слушая шлоки с Бхагаватам, а там его это Деванада Пандит читал. И вот эти ученики его выкинули его, чтобы он не мешал им. И вот этот Деванада Пандит не остановил их, и это был признак того, что, слушая Бхагаватам, мы должны развить здравый смысл хотя бы. А если он даже этого не развил, то почему выгнали его, выкинули? Хотя ничего плохого не сделал, просто являл признаки экстаза, слушая Бхагаватам. Он даже не возмутился, не препятствовал. Смотрите, это даже до явления Гуранги Махапрабху. Ну и вот сейчас Гуранги Махапрабху уже совершает Гуру Лилу, в то время Махапрабху очень разгнивался. Когда Вакришар, Деванада Пандит читал Бхагаватам, Махапрабху там проходил мимо, очень разгневался. Что он знает о Бхагаватам? Ничего не знает о Бхагаватам. Он оскорбитель. Чтобы понять, что такое Бхагаватам, мы сами должны стать Бхагаваты. Как Бхакта Бхагавата может понять Грантха Бхагаватам. Махапрабху хотел забрать Бхагаватам от него. Что он знает, что он может говорить о Бхагаватам? И Девананда Пандит, он очень опечалился. Он совершил оскорбление. И вот Махапрабху сказал, что Шивас Пандит плохого сделал, что вы хотели выгнать его с его собрания. Вы знаете что-либо о Бхагаватам? И вот Махапрабху назвал его оскорбителем, однажды Вакришар Пандит пришел, Махапрабху уже в Пури был. И Махапрабху принял саньясу и отправился в Пури. И в то время случилось так, что Вакришар Пандит пришел сюда, в Навадвипу, в доме каких-то преданных Вакришар Пандит был. Он был очень важным человеком. И вот, естественно, когда Вакришар Пандит пришел в дом этого преданного, люди поняли, что будет Санкиртана Ягья, и они подготовились. И вот Вакришар Пандит начал танцевать непрерывно. Он очень прекрасно танцевал, совершал киртан, и видя Бабу, Вакришар Пандита, все люди были удивлены, слыша такой киртан и танец, видя такой танец, все люди
они не могли помнить, что им нужно возвращаться домой и еще что-то. Они забыли какие-то вещи, связанные с телами. Время от времени приходило больше людей. Уже не было места. Тысячи людей приходило, чтобы видеть трансцендентный Нитья-киртан Вакришва Пандита. И в то время случайно Девананда Пандит, он так или иначе пришел туда. Вакришва Пандит увидел какой-то сухой философ, смотрит на киртан, и видя этот киртан, он был очень доволен. Очень прекрасный киртан, прекрасный танец, мы ничего подобного не видели, хотя живем в Навадвипе. И в итоге он взял на себя служение, он взял палку и начал как-то... Ну, люди там толпились, хотя бы хотели на киртан посмотреть и послушать киртан, и посмотреть, как он танцует, и тут он какой-то палкой пытался как-то толпу эту сдерживать, чтобы они его не задавили. Ну, как-то порядок там какой-то наводить, чтобы этого Вакришва Пандита толпу не задавило. И вот такое служение он сделал. И после того, как танец закончился, Девананда Пандит, он выразил свои полные распростертые поклоны Вакришва Пандиту. Он был парамхамсой автоматически. Мы видели в жизни Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж, материалисты приходили к нему. Когда они заходили в него комнату, то автоматически они говорили «Харе Кришна Махарадж», видя. И это признак чистого преданного Парамахамса. Только видя его, придя к нему, мы разовьем внешние какие-то чувства. И вот Бхактивинода Тхакур говорил Рамануджа Ачарья то же самое. Вот Рамануджа Ачарья говорил, если вы не сможете контролировать вашу... чувства, то что делать, идите к возвышенному преданному, чистому преданному, находитесь рядом с ним, хотя бы может даже просто посидеть и ничего не делать. Вы посмотрите, что они делают. И вот видя их, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, Вайшнава Теджа, какая-то сила, энергетика, сияние его, такая радиация, можно сказать. Если Вайшнава даже ничего не говорят вам, Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, если гуру Вайшнавы даже не говорят ничего вам, не беспокойтесь, сидите, находитесь рядом с ним, просто находясь рядом. Достаточно. Почему? Поскольку из их тела, из тела Вайшнава какое-то сияние исходит. И это сияние входит в ваше тело. И если это не так, то как возможно, что Лакхахира изменилась? Поскольку Харидас такого никогда не говорил с ней, просто повторял Харинам. Как это стало возможно, что она была известной проституткой?
просто видя его, сидя рядом, она изменилась. И вот три ночи она находилась рядом, и это было достаточно, чтобы изменить все структуру ее скверного ума. И вот и вот в Киртане, в одном из Киртанов говорится, что для того, чтобы очиститься с помощью Ганги, нужно принять омовение в ней, но если мы видим чистого Вайшнава, то один его даршан и смотрение на него уже очистит нас. И вот служа Бхакришва Пандиту, Деванада Пандит, он стал преданным. Кто-то спросил меня, почему Парамбуджапад Шрила Кешава Госвами Махарадж, он назвал свой храм Деванада Гауди Матхам. А почему другие называют Читания Гауди Матхам, Шри Читания Матхам или Бхагаваташрам или еще какими-то такими святыми именами. Но почему он назвал честь Девананду Пандита? Хотя тот ничего хорошего не сделал. Почему? Какова причина? Хотя причина очень тонкая. Шрила Кешава Госвами Махарадж был известным ведантистом в группе Шрилы Прабхупады. Вот кто-то спросил меня, почему Шрила Кешава Госвами Махарадж назвал свой мат Девананда Гауди Матхам, поскольку он хотел напомнить нам, Шрила Кешава Госвами Махарадж хотел напомнить нам, что каждую часть секунды мы должны помнить и не совершать никаких оскорблений в адрес Гуру Вайшнавов. Деванада Пандит совершил оскорбление, и вот, если памятуя его имя, мы должны помнить, что мы должны быть предельно осторожны. И вот как напоминание, он назвал свою мать Деванада Гауди Матхам. И когда Махапрабху пришел впоследствии, Махапрабху благословил его. Поскольку он совершил Вайшнава Севу, в то время Махапрабху находится в каждом сердце. Он был очень доволен им, и поэтому Махапрабху благословил его и простил. И этот Вакришар Пандит, когда Гуранга Махапрабху принял саньясу и ушел в Паушотам Даму, Нилачал Даму, и Вакришар Пандит тоже отправился туда, чтобы служить Гуранге Махапрабху круглосуточно буквально. И вот можно найти имя Вакришар Пандита во время Радха Ятры. Можно видеть одна группа. Там семь групп, одна была под руководством Вакришар Пандита. Мукундо, Сатурас Кана, like that, Адвайта Гусай, Нитянанда, seven group. So one group, seven group, one group, always Mahaprabhu used to arrange, one group should be headed by
И вот среди семи групп, которые танцевали для Джаганатха, одна из них была под руководством этого Вакришва Пандита. Inside temple, main temple Jagannath, after that, there is all around. Mahaprabhu used to, it is called Uriya language, in Uriya language it is called Vera Kirtan, Vera. И вот на Ури это Вера Киртан называется. Вера Киртан значит вокруг храма Джаганатха, если ходить по часовой стрелке, вот так совершать киртан, это Вера Киртан называется. И с того дня Вакришва Пандит, он не думал возвращаться, оставив Махапрабху, поэтому он остался с ним. Он служил Махапрабху круглосуточно. И как результат, он находился в Каши Мишабаване в Гамхире. Там небольшая пещера есть. И вот это дом, вот этот Каши Мишабаван называется, название дома Каши Мишабаван или Гамхира, как вам удобно. Вакришва Пандит находился там. Говинда, Сауб Гасай, Рагунада с Гасай, Рамай Нандай, все они там находились. И вот Вакришва Пандит был очень могуществен. Гопал Гуру Госвами был учеником Вакришва Пандита. Гопал Гуру Госвами получил дикшу от Вакришва Пандита. Вакришва Пандит, у него была прекрасная парампара. Не хочу говорить открыто, совершенно его парампара или нет, но хорошая парампара. Как в случае с Шьямананда Паривара. Я уже говорил, очень сильная парампара. Но сейчас я не могу сказать, что все хорошо, там нужно проверить. Под руководством Сауб Гасая, поскольку Сауб Гасая очень строг. И все, что я хочу сказать, любое замечание, или написать, сказать, все должно быть одобрено Сауб Гасая. Пытайтесь понять, очень важный сиддханта. Все, что я говорю, пишу, все должно быть одобрено Сауб Гасая. И это предостережение Гуранги Махапрабху. Если какой-то ачарья говорит то, что не одобрено Сауб Гасая, будьте уверены, это не авторитетный источник. Может, люди могут напасть на меня буквально или разгневаться. Но моя просьба к вам, пожалуйста, идите изучайте читание Чайтамриту. Поймите, вот любой ачарья говорящий что-то, что не одобрено Сауб Гасаем, это бесполезно все. Даже Шрила Бхактивинода Тхакура, Прабхупад, вся наша Гурварга говорят так. Они подтверждают эту сиддханту. И вот наша Гурварга говорит все, что мы говорим, пишем,
либо Сиддханта. Все должно быть одобрено Сарвгасаем. Кушти Патар на хинди, Кашути. Я думаю, вы знаете, но вы не знаете. В золотых этих магазинах раньше у них был какой-то камень для проверки настоящести, оригинальности золота. Вот они этим камнем терли золото, и если золото настоящее, то... Ну, еще содержание золота сплавия, это можно было определить этим кашути. На Бенгале этот камень называется... Коштипата. Махараджи и Шива из этого камня маленький. Во всем мире. В общем, какой-то холм был, индийское правительство его зацепило и сохраняет, чтобы никто там не стащил этих камней. Вот наша Гурварга говорит до тех пор. Ваши слова, ваши ваши суждения, пока это все не проверено Сварупгасаем, подобно тому, как золото не проверено этим камнем, который определяет его достоверность, то неважно. Какой ачарья, что бы он ни говорил, это не имеет смысла, пока это не одобрено Сарубгасе. Spoken by Guru Bhargava, nowhere written in Siddhanta, I can show you. Thousands of sutras, Siddhanta. International preaching, they are preaching. I show him. Just, you know, previous year. И вот в прошлом году я вот увидел уже года 22, кто-то написал, мне показали, что это. В общем, какой-то юрист написали, Махарадж ответил должным образом, спросил, кто это вообще сказал, откуда взято, никто не смог ничего ответить, не испугались. Хотя там была полностью неправильная Сиддханта о Баладе Фрасалиле. И вот под руководством Гурварги, если какой-то ачарья и не заинтересован в его положении или еще чем-то, если его Сиддханта Вичара или то, что он написал, не одобрено Сарвгасаем, это не авторитетно.
И вот Бхакешвара пандит он установил Радха Канту в Гамбхире. Когда входите в Гамбхиру, там можно увидеть божество Радха Канту. Радха Канту Джи, они были установлены Бхакешвара пандитом. И эти божества Радха Канту в Гамбхире, они вот установлены им. Каши Мишра после того, как Махапрабху ушел в Вриндаван, и вот вся Гамбхира под руководством Бхакешвара пандита и его парампара. И вот те, кто... И он также был гуру. Каши Мишра был гуру этого, царя Ариса. Сейчас в те дни Катак был столицей. Катак. И царь Пратапарудра время от времени он приезжал в Пури, чтобы получить даршан Джаганатха, и несколько дней жил там. И в то время обычное правило было таково, что царь каждый день приходил и делал массаж стопам Каши Мишра. В Читании Читамрите описывается это. И вот он делал массаж стоп своего гуру, но потом он ушел куда-то. И вот этот Каши Мишра Баван Гамбхира сейчас под контролем Бхакешвара пандита Парампара. И поэтому я не могу ничего сказать, но могу сказать о том, что Бхакешвара пандит Гопал Гуру Госвами Дьян Чанда. Махарадж написал книгу Дьян Чанда Падьяти до процедуры сокровенного баджана. Гуру Махарадж сказал написать эту книгу, напечатать ее, я сделал. Дьян Чанд, он был учеником Гопал Гуру Госвами, а тот был учеником Бхакешвара пандита. И вот очень хорошая парампара, сейчас что с ней я не знаю, поэтому ничего не говорю. О Шамананда Паривар я много раз говорил, очень сильная парампара была, очень могущественная. До недавнего времени даже во время Шрилы Прабхупады Вишамбарана Ананда Дев Госвами, великий могущественный саду Шрилы Прабхупад, сказал, что в жизни я не видел таких великих могущественных саду, которые имеют такое полное обширное знание о шести сандарбах. Он был председателем того собрания в Балигае. И вот после Вишамбарананда Дев Госвами был тоже могущественный ачарья. И потом Кануприя Госвами в то время. Он тоже был очень знающий седанте, сведущий. Но когда Видьявинод и эти оставили Шрилу Прабхупаду и получили дикшу от него, по какой-то неизвестной причине, и вот отправились получить дикшу в этом Шамананда Париваре. И после этого, не помню, что, не могу сказать, что там было. И поэтому Шрила Прабхупад хотел утвердить Бхагават Парампару.
поскольку мантра парампара может быть успешной или нет. Не то, что Гуру Махарадж хотел сделать его ачарьей, он стал ачарьей, нет. Это зависит от того, сколько он может быть в гармонии с Гуру Падмой. Соответственно, с этой степенью можем дать ему, уделить ему значение. Один известный ачарья. И все зависит от того, насколько наше сердце находится в гармонии с Гуру Падмой. И если при какой-то человек, занимающий место ачарьи, его сердце не находится в гармонии с предыдущим ачарьей, то что толку от этого? Как пример с электричеством. Электричество от какой-то большой электростанции приходит, потом распределяется, и вот до нашего счетчика доходит. Если провода хорошо соединены, то есть электричество, а если провода окислились или прохудились, или что-то там порвались, то никакого электричества у нас не будет. И также с Гуру Парампарой. Чтобы электричество было, нужно провода починить. И таково научное определение Гуру Парампара, который дал Шрила Прабхупад. Это не вопрос какой-то борьбы. Что толку спорить о чем-то, если электричества нет? А относительно абсолютной истины спор. Абсолют, он есть абсолют. Наш страх, власть, какие-то нападки, они не могут помочь нам достичь духовного знания. Прежде всего нужно понять, увидеть, что то есть нужно, чтобы определить подлинного ачарьи, нужно посмотреть, совпадает ли его учение с учением предыдущего ачарьи, если это совсем везде отличается, то это признак того, что это отсебятина, а не Гуру Парампара. Как в случае с Питамахой Бишма. Бишма, он необычный человек. Можно найти его имя в списке 12 махаджан, великих душ. Вот Ямарадж говорит, мы, 12 махаджан, знаем все о Бхагавад-дхарме. Никто. И вот среди 12 махаджан один Питамаха Бишма. Он провозгласил открыто, это было подобная эволюция. И вот он провозгласил такие слова, сказал. И вот он сказал, что нужно отвергнуть такого гуру, чьи слова отличаются от учения предыдущего гуру. И вот под именем Гуру Сева некоторые следуют к своему уму, своему материальному уму. Мы делаем что-то внешне, какую-то Гуру Севу, но внутри так ли это? Делаем ли мы это сердцем или делаем что-то на показ? Под именем Гуру Севы некоторые следуют материальному уму. И вот Питамаха Бишма сказал, хотя он гуру, но его нужно отвергнуть.
Падшего гуру мы не можем принять, если мы падший гуру, это не значит. То есть кто такой падший гуру? Это если у него нет смирения, нет. Некоторые думают, что только он общается с женщинами, то это признак падения, но это далеко не единственный признак. Признаков падения много, это просто один из признаков. Он может внешне этим не заниматься, но посмотреть, что он делает, если человек просто старый, больной и не чувствует никакого влечения к противоположному полу, это не значит, что он саду, он просто больной. И вот нужно смотреть, что он делает, если он занимается какой-то ерундой, и его мысли, его образ жизни, его сиддханта отличаются от гуру-варги, то это признак падшего гуру. И вот то служение, которое совершилось Сундарананда в 9 минут, мы не можем представить. Я говорю, многие даже не могут представить такое великое служение он совершил. То, что он писал, это невозможно для него, но все же он совершил вайшнава апаратху и пал. И ушел. Или Васудев тоже множество прекрасного служения совершил, но потом совершил оскорбление и в итоге пал. И в следующий раз я буду говорить о прекрасном сиддханте, который сказал Шрила Прабхупада на сегодня конец, но хочу объяснить эту шлоку. If you are going to serve any exalted person, a great devotee, it can make your door open. Если вы слушаете великому воздушному преданному, то Mahasevam daru mahu vimukte stamo daram yashitam sangya sangya. Это откроет вам ворота к освобождению, поможет достичь самосознания, избавиться от майи. И кто эти маханты? Те, кто возвышены самачита, тот, чей ум беспристрастен, находится в гармонии. Они не находятся. То есть они беспристрастны, они не находятся в какой-то группе или организации. Они прашанта, они умиротворены. Они не гневаются. He is going to search out the benefit for all creature. He is going to search out the benefit of all creature, not man. So how he can? Думает о благе всех живых существ. Yeah, not man, they are animal. Как он может оскорблять других? In whole life. И во всей своей жизни я слышал от Гуру Махараджа. За всю свою жизнь никто не мог видеть, как Шрила Мадхава Госвами Махарадж гневается на кого-то. Или Бхакти Хридой Бондов Госвами Махараджа. Или никто никогда не виделся, как Шридхар Госвами Махарадж гневается, или Шрила Бхакти Прамод Пуридов Госвами Махарадж. Даже какие-то ученики гуру и какой-то негодяй
назвал Шрилу Бхакти Прамода Пуригу Свами Махараджа Накаништхой, преданным начинающим, что он занят поклонением божествам, то Шрилу Пуригу Свами Махараджа сказал, что вы беспокоитесь. Я думал, у меня нет никакого адхикара, позиции на пути преданности, но, по крайней мере, он признает меня начинающим. Это хорошо. Чего вы беспокоитесь? Не беспокойтесь. Он хотя бы признает меня начинающим преданным, это хорошо. Вы не можете представить сейчас кошки, собаки, лисы, а на Вайде можно видеть, что кошки, собаки, то ездят в вагонах с кондиционерами. Я вот этот Шрила Прабхупада или Шрила Пури Госвами Махарадж, они очень скромно жили, ездили общественным транспортом. Вот Тика Шрила Пури Госвами Махарадж ездил на поезде. На поезде какие-то люди облокачивались об Шрилу Пури. Шрилу Пури Госвами Махараджа клали ему свою руку на голову. А собака возмущался, то Шрилу Пури Махарадж говорил: что ты беспокоишься, не благословляет меня. Это моя просьба к вам. Покажите такого преданного с таким смирением. Сейчас некоторые только поносят всех подряд. Разве это признак вайшнава? Шрила Прабхупад говорит, что тот, кто говорит о себе, что он единственный вайшнав и единственный ачарья, то это признак того, что он не вайшнав и не ачарья. So a special keeper you are getting.